Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Идол Герои. Гильдия, так заходим в нее и сразу же в поместье. Так, наука, подожди, какая, блин, в одно место наука? Нам нужно вначале... Вот, отлично. Получаем с вами 399 камушков. Так, принять заказ. Давайте сразу же назначать. Пускай выполняет пока. Отлично. Так, пожертвуем 100к. Не знаю, в обязательном, ребята, порядке это или не в обязательном. Но жертвую. Жертвую я все-таки. Так, здесь нам пока ничего не нужно. У меня 446 камней. Молитва за огонь. Не знаю. Так, здесь у нас боевой зал. Регистрироваться мы не будем. В науку пошли. Короче, маг. Маг у меня качается, ребята. Повышаем. Ой. Офигеть, тут ценник-то. Ценник-то нехилый, ребята, да, на самом деле. Так, здесь, по-моему, больше все. Я ничего сделать не могу. Вот здесь, по-моему, мы сейчас заберем с вами, да. Монеты, опыт групповой. И все, да, на этом. Так. Оставлен начальником. Отставлен начальником. Куда он отставлен? Непонятно. Так, все забираем одним кликом. Давай, по-быренькому. Так, свиток призыва героя, ведовская пыль, брилики и так далее и тому подобное. Круг призыва. Бесплатно, поехали смотреть. И... Понятно, одна звезда, хуже не придумаешь. Ну что, ребят, давайте здесь посмотрим, что нам... Синий шаман, 3 звезды. Не айс. И, ага, какой-то дракончик. Ядовитый язык, тоже 3 звезды. Тоже, ребята, не айс. Последняя карточка призыва. Да ты смотри-ка, вот это хорошо. Это нам пригодится, ребятушки. Норма выпала. И, если я не ошибаюсь, в круге созидания, чтобы нам улучшить норму, нужно как раз... Да-да-да, именно как раз 2 4-звездочные нормы. А, не, вру, ребята. Мне норма еще нужна. Еще, так, 2 у меня есть. То есть еще 3. Нет, 2 есть, еще 2 нужно, да, еще 2. Блин, еще 2 нормы. Хорошо, потерпим, подождем, ребята, когда у нас это все дело произойдет. Так, автозаполнение, погнали. Кстати, ребята, у меня игрулька есть на примете, которая один в один напоминает мне Идол Герои. Называется она Триал Герои. Вот я хочу сделать обзорчик. Даже это не обзорчик будет. Посмотрим, короче, просто-напросто мы с вами эту игру. И вы уже там скажете свое мнение. Стоит она того, не стоит. Играть в нее, не играть. В общем, посмотрим. Так, здесь у нас... Выполнить, это мы все с вами оставим, как вы говорили, там, для ивентов. Так, таверночка, все, мы с тобой закончили. Рынок. Сказали вот этот вот обязательно покупать. Хорошо, давай купим. Так, в казино у нас что у нас есть с вами? 11, тоже пока тратить их не будем. Так, по заданиям, что у нас тут? Это все получить, это получить, это... Мидаса. Давай сделаем Мидаса здесь. Вот так вот. Это получаем. И вот эти все тоже, ребята, забираем. Ну, давай. Так, замечательно. Лимит. Так, у нас есть какие-нибудь ивенты? У нас идет только лишь вот синтетический ивент. До которого хрен, когда я, наверное, доберусь. Так, за вход ежедневный 150 брюликов получаем. И теперь можно, в принципе, испытание храбреца, можно, в принципе, начинать с заданий. Так, поехали, вступаем. 3 боя нам нужно провести. Так, что у нас тут? Подожди, с какого перепуга у меня вот эти вот герои стоят, когда у меня уже давным-давно совсем другие стоят. Я правильно вас понял, ребята, как вы написали. Бат — это корм.
Но просто в данный момент это единственный чувак, который у меня из танкующих более-менее, как скажем, развит. Поэтому я его пока и держу. Если кого-то или чего-то я найду себе лучше, и вы знаете, вы обязательно мне напишите, чтобы я его оставил. Так, хорошо. Ну что, три боя сделали, все. Хорош, как говорится. Дальше у нас что идет? Подарить сердечки. Так, хорошо, отлично. Поиск. Угу, нашли. Так, у кого-нибудь здесь есть? Есть, есть боссик. Рейд. Давай сразу же десяточку сделаем. Окей. Так, пойдешь ты. Пойдет бат у меня. И эти. На конце. Угу. Нормулька. Так, получаем еще одну фишку. Так, продолжаем, ребята. Так, выполнить задание таверны. Вроде бы как сделали, да? А, нет у нас это. Ну, это мы не будем, ребята, тратить. Потом пригодится нам в дальнейшем. Так, ежедневное задание. Тоже. Так, играть в рулетки. В рулетки два раза. Ну, давай крутанем, посмотрим. Что нам выпадет? Что такое? Ага, бронька. Трехзвездочная. Ну что ж, неплохо. И 60к. Вот это вот хуже. Получаем 20 брюликов. Так, изготовить 3 снаряжения. Получится? Хорошо, давай сделаем. Так, одно сделали. Смотрим дальше. Броня. Так, 2 снаряжения и ботинки. Все, 3 снаряжения сделали. Получаем 39 тысяч. Так, сыграть, собрать, так, и выиграть в рейды. Давайте рейды сразу же с вами прокрутим. Так, подожди, вот этот вот здесь не в тему притулился. Так, лимончик тоже пока не в тему. Поехали. Так, победа, следующий. Еще 110к. Отличненько, по деньгам все нормально. Прошло. Так, давай-ка здесь попробуем. Прокатит, нет? И замечательно, следующий. Ох, вообще шикарно. Так, здесь тоже неплохо. Так, вызов герою, давай посмотрим. Ну, 2 по 20 должно быть, по идее. Отличненько. И еще одна. Ну, нормуль. Все очень даже замечательно. Получаем. Собрать, значит, награды из компании 5 раз. Поехали. А, у нас еще путь храбреца, ребята, открыт. Так, давайте-ка я зайду на остров, заберу брюлики свои. Так, повышение. Повышение. Повышение пока не могу сделать. По непонятной мне, опять же, причине. Так, есть сундучок, лежит. Давай-ка посмотрим. 13 тысяч всего лишь-то. Мне вот интересно знать, ребята. Так, подожди секунду. А, нужно, скорее всего, 30-ку накопить, чтобы можно было прапаться дальше. Ясно, давай глянем, что у нас в рюкзаке. Так, 60. Давай призовем. Ах, призовем, конечно. Не получится, нужно, ребята, от кого-то избавляться. Это у нас алтарь есть. Давай глядеть. Я даже не знаю. Ну, давай так сделаем. Черт подери. Все нужны, ребята. Все абсолютно нужны персонажи, потому что... Блин, я даже не знаю, ребят. Даже не знаю, блин, не хватает, ребята, места. Сколько у меня гемов? У меня 800. Единственный вариант, это знаете что? Ну, в принципе, да, единственный вариант и, наверное, самый оптимальный, это улучшить себе место под героев.
То есть увеличить его, не улучшить, увеличить. Так, трехзвездочный, трехзвездочный. А на этого уже не хватает. Эх, купить место за 500 алмазов. Ну, а что делать, ребята? Или, как говорится, или донать, или трать кристаллы, блин. Больше ничего предложить они не могут. И это просто вынужденная мера, ребят. Я надеюсь, вы меня прекрасно поймете в этом плане. Так, ладушки. Три героя мы получили, да, трехзвездочных. Что у нас еще осталось сделать? На арене мы были, путь храбреца. И башня еще у нас, да? Так, побить босса друга. Ну, мы уже вроде бы как его побили. Странно, почему оно нам не засчиталось, блин. Надо тогда идти, наверное, на компанию. Ладно, поехали, ребята, в компашку зайдем. Заберем здесь трофеи. Маловато будет. И опыт. 64 уровень получили. Отлично. Так, сейчас мы еще кое-что глянем. Как у нас там по персонажам, как они одеты. Так, хватит у меня. Ай, нет, не хватает, ребят. Да, недешево-недешево нам обходится. Так, здесь у нас все, здесь все. Здесь все. Вот здесь можно заменить. Так, что нам тут дадут? Вот такую броню. Понятно. Пока вроде бы и все. В компашке. Давайте попробуем подраться. Так, Лимон, что ты здесь делаешь? Я никак не могу понять, почему ты у меня здесь постоянно трешься. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, здесь мы тогда с вами остановились или нет? Я уже не помню, если честно. О-во-во, по-моему, здесь, да, ребята, очень жесткий такой прессинг. Если мы сейчас этого гнома захерачим. Ну, давай, отлично. Тогда победа за нами. Нормуль. 5500 душ. Так, ребята, рискуем дальше. Так, реварды здесь. Свиток для основной задачи в таверне. Понятно все это. Ой, рыцарь какой захмыреныш. Так, ладушки. Давай, автобой. Поехали, бой. Так, смотрим, ребята, кто у нас тут. Так, роботеки. Ну, в принципе, они для нас не так уж страшны. Ну, почему-то мы их пробиваем-то как-то еле-еле, если честно. О, как хорошо, Валек сделал, молодец. Ну. О, да они все в стане, ребят, практически. Ха. Это хорошо было сделано, так. Не-не-не, шансов у них нету здесь, смотрите, ребята. Фуф. Замечательно, мы их тут жарим. Круто. Броньку даже получили на халяву. 6.15, поехали здесь. Тоже неплохой ревард, конечно. Будем смотреть, что у нас здесь получится. Почему-то, ребята, вот должно быть у нас... Должны быть ивенты, и желательно часто, но почему-то их нету. Один какой-то там есть... Ах, это у нас здесь босс, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут у нас босс. Ты посмотри, что тут творится. Вот эта ассасинка, да, дает нам джазу, блин. Надо ее наказать. Ох, как она почищает задние ряды, ребята. Вы посмотрите просто. Ну, кто-нибудь пробьет ее или нет? Воу, Валя упал у меня. Вот, смотрите, норма здесь просто офигенно держится. Молодец, она вот за счет своей пассивки отхил. Вообще замечательно, ребята. 10 карточек 4-звездочного героя. Благодатушки-то какие. Фух, мы справились, ребята. И это очень замечательно было. Хотя... Не без потерь, как я еще раз говорил вам. Ну что ж, поехали, ребята. У нас здесь гномики, наверное, будут. Самые, кстати, вредные для меня вот в данный момент это... Нет, тут, смотрите, тут у нас железяки, роботы. Как-то вот насчет железяк, ребят, мне кажется, что они
Ну, самые... Вот именно вот эти вот самые легкие. Как-то особого такого сопротивления. Ой-ой-ой-ой-ой, это что сейчас? Это я сглазил, что ли, сам себя? Норма, родная моя. Да что так они раздухарились-то, эй! Так, понял, ребята. Они бомбят своими лазерами. Эй, чуть-чуть не хватило. Буквально, ребята, маленечко, крапалек. И мы бы их урыли бы всех бы. Так, что я могу сделать? Я могу, ребята, сделать... Да ничего, пойдемте в башню храбреца. Испытание Зерок у нас идет. Так, берем, значит... Так, так... Погоди-ка. Так... Наверное, вот так вот, да, возьмем. Но я представляю, если бы у меня было бы две прокачанных нормы, две, это бы, наверное, было имбово. Так, отлично, здесь, ну, ребят, первые уровни, понятное дело, здесь проходится легко все, на изи, где-то до уровня, наверное, 14-13. Так. Все пока идет хорошо. Получаем с вами чешуйки, ну и все как полагается. Так, давайте смотреть дальше, что у нас тут произойдет. Ага. Так, похоронили чувачков. Двигаемся далее. Так, четвертая миссия. Вперед. Норма, молодец, все-таки нравится она мне. Конечно, потом будут еще имбовые персонажи, но норма на начальных уровнях действительно норма. Так, один сундучок мы с вами уже заработали. Погнали дальше. Ага, упали, упали. Все, тут вообще великолепно. Мало как-то тут дают чешуек, если честно, да? Мне их там нужно целая куча, просто тьма этих чешуек, чтобы что-то нормальное себе купить. А нормально это что, если только какого-нибудь персонажа брать? Так. Что тут можно взять за чешуйки? Я думаю, что вот этого перса, наверное, взять. Кэрри. А лучше, наверное, вот это вот брать. Материал чудака для, ну, чтобы активировать оборотня. Нам скоро его качать придется. 70 уровень не за горами. А оборотень нам нужен. И нужно будет вот как раз в него вливаться. Так. Отлично. Ну, справились. Справились, тут ничего не могу сказать. Погнали дальше. Так, 8 уровень, ну уже приближаемся, так скажем, к критической нашей точке, где начнут нас уже нагибать потихоньку. Ага, хорошо, ой, как хорошо. Даже не успели воспользоваться своими спецударами. Замечательно сейчас получилось. Так, 9 левел, поехали. Блин, как бы мне масс отхил получить, а? Ах, хорошо, застанили. Так, норму мою тоже застанили. Но это, в принципе, ребят, ерунда была. Ничего страшного. Ну вот, 10 левел уже. Уже начнется прессинг. Так, тут у нас какие-то големы. Так, застанили голема. Оп, упал. Так, давай, давай, давай. Пробиваем, 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 ребята. Есть. Отлично. Фух, 11-й. Поехали. Так, Алелия, да?
А мне вот интересно было знать, почему он ее выставил на первый план. Она разведет как танк? Мне кажется, что нет. Но, тем не менее, она почему-то в первом ряду была. Хм. Странно. Ну что ж, 12 уровень, да, ребята, две нормы. Ну, здесь мы должны их прожать. Ой, не то, что прожали, их порвали просто-напросто. Так, 13. Ну, на 14-м, ребята, будет полный Алис. Я в прошлый раз доходил в прошлой серии. И там было жестко. Так. Так, застанили. Даже в камень превратили. Отлично, здесь разобрались. Ну что, готовимся, ребята, к жопе Надиралову. 14 уровень. Ой, боль. Просто боль. Или 15-й будет боль? Нет, по-моему, здесь. Да. Ядрёного, что ты посмотри, как она там отхиливала сейчас только что. Это норма. Ёпрст, да, ребята. Боль, она везде. Ты посмотри, как тут происходит все. Ёпрст. Да. Но, в принципе, неплохо держались. Неплохо. Давайте заберем. 550 чешуек и 500к. Слушайте, что будет интересно, если мы вот пройдем последний уровень, что будет? Что-нибудь дает или ничего? Просто проходим все. Так, ну что, давайте глянем в башню. Смогу ли я тут хоть пройти вот этих вот гуманоидов? Ой, рискнем, ребята. Подожди, мне надо было поменять. Блин, мне надо было поменять лимона. Ай, ладно. Черт подери, а. О, посмотри, какая боль была сейчас. 6. Просто один залп сделали, и все, и мои ребятушки лежат и отдыхают. Жесть. Ну, что тут? Я не знаю, вот стоит ли 10 билетов покупать на арену. Почему? А, ну да, ребята, это для ивента нужно будет. А когда они будут, фиг его знает. Когда эти ивенты вообще будут. Но они должны быть ведь так. Ну-ка, дай изготовить. Ну что, в принципе, наверное, ребята, и все на сегодня, да? Основную массу сделали. Больше нам пока здесь делать и нечего. Хотя я вам еще раз говорю, вы, если знаете, что можно здесь сделать, напишите, я посмотрел. Гайдики по чуть-чуть. Гайдики, не гайдики, а как играют другие ребята. Ну, в принципе, и все, больше здесь нечего делать мне. Рейды сделали. Так, достижения сделали. Все основные, короче, задания у нас сделаны. Так что, ребятушки, давайте. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы на приватном серваке в игре Идол Герои. Так, ну что ж, давайте забирать все, что у нас пока здесь есть. Так, видовская пыль. Продуктов пока нет, понятное дело, нет, ё-моё. Так, что у нас здесь есть? Сундучки. Не вижу ничего. Блин, офигеть, враги, враги. Кругом враги, ребят. Так, что у нас по таверне? Выполнить. Давай вот это вот выполнять все. Ну, давай, я понял. Так, здесь тоже выполняем. Ага. И, нет, эти мы, пожалуй, наверное, оставим. Так, автозаполнение начать. Автозаполнение. Блин, недостаточно героев, как всегда. Так, что у нас на рынке? Бабуль, давай показывай быстрее. Обновить. Так, фишки. Так, давай вот это возьмем. И вот это. Так, и вот это возьмем.
Так, 50 тысяч душ тоже купим за бабло. Ну, давай, пригодится, ребята. Так, ну что же, нужно забрать одним кликом все. Тюнь. Так, ух, красота. Красотища. Так, давай-ка посмотрим, что мы здесь можем призвать. Так, кого бы нам... Давай здесь попробуем. И... Так, гном четырехзвездочный. Понятно. Давай теперь здесь. Так, 13 осколков пятизвездочного персонажа. В принципе, тоже неплохо, ребят. Так, тавернушка, мы все здесь активировали, да? А, нет, пока не все, ребята, у нас не хватает героев. Так, ну что, идем на круг призыва и погнали. Да, две звезды. Хорошо, давай сразу десятку. Да. Это что, специально, да? Это специально так сделали? Ладно, не прокатило. Две звезды. Ух, ну что ж, погнали здесь посмотрим. Оу, четыре звезды, хоть кто-то, ребята, хоть кто-то. Это кто? Логин. Так, гоним дальше, ребята, гоним. Это корм, блин. Так, четырехзвездочный убийца. Ай, медвежонок трехзвездочный. Так, этот у меня парень есть. Блин, этот нафиг не нужен. Да что вы, издеваетесь, что ли? Оу, ребята. Это кто такой? Кросс. Кросс. Так, активное умение. 4 случайных противника получает 110% от атаки урона и ослабевает на 3 раунда. Один случайный союзник повышает энергию на 50%. Слушайте, неплохо, я думаю, кросс. Ребята, жду ваших комментариев по поводу этого персонажа. Так, нехватка свитка. Все, свитки у меня закончились. Пятизвездочный герой. Хоть один выпал, зашибись. Все-таки не зря, не зря покрутили мы с вами рулеточку. Так, давайте здесь получать все. Слушайте, а он у меня танк, интересно, или кто? Так, надо будет почитать про него получше. Так, что у нас тут? Выполнить Мидаса. Давай выполним. Так, так. Ну давай, говорю, вот. Получаем фишки. Так, подарить 5 сердечек. Играть 2 раза в рулетке. Ну что ж, давай крутанем 2 раза в рулетке. И... Естественно, 39 тысяч голды мне дают. И теперь... Так, 14 тысяч душ. Погоди, я же вроде бы... Я не нажимал. Или нажал. Просто не туда я хотел, наверное, хорошо, а нажал на этот. Так, подарить друзьям сердечки. Поиск. 68 тысяч. Так, дружбаны, вы где? Эй, друзья. Друзья мои, вы где? Я знаю, что я здесь не один, ребят, на этом сервере. Но почему-то друзья я не могу. Не могу никого найти. Странно как-то. Очень странно, непонятно для меня, по крайней мере. Так, ладно, изготовить 3 снаряжения, сразиться на арене. Сразиться на... Погоди, какая, блин, арена? Дайте мне вообще, в конце концов, ребята, посмотреть на моего персонажа. Так, вот этих мы можем уже призвать. Призовем. Призовем. И здесь тоже двоих призовем. Ох ты, раз, два, три. Опачки, ребята. Пятизвездочный герой сейчас у нас призовется. Да ладно, блин, голем. Ай, мне почему-то, ребята, кажется, что он вата. Вот этот голем, который сейчас выпал, он вата. Его звать как? Густо.
Ой, не знаю, ребята, опять же жду ваших комментариев. Ну, вот у меня норма. Норма — это норма, ребят. Эволюция. Так, отлично. Прокачка пошла, пошла, пошла. Еще могу? Нет, не хватает. Одеваем снаряжение. Так, великолепно. Где мой пятизвездочный? Вот он, кросс. Это у нас кто? Дайте мне почитать про него. Так, ну вначале мы оденем снаряжение, да? Снаряжение. Тряпки какие-то. Так, он у нас пастор. Пастор? Это у нас пастор? Слушайте, ну если на него посмотреть, ну вот никак не скажешь, что это пастор. Ну танк голимый, ё-моё, с булавой. Ну, не, ну, ну ладно, ребята, им виднее. Пастырь так пастырь, чё ж сделаешь, я спорить с ними не буду. Так, у меня нету камней, ребята, камней нету. Нам, значит, нужно с вами обязательно их получить. Так, кузня. Кузня. Надо изготовить 3 шмотки для выполнения задания, ребята. Так. Не могу. Просто не могу. Да, и не забываем, что у нас здесь сейчас получим опыта, наверное, кучу. Так, трофеи. 68, отлично. И какой уровень? 55. Отличненько, просто шикарно. Так, хорошо, достижение. Ох, меч. Понятно. Понятненько все. Так, замечательно. Так, события, события, 150 брюликов получили. Так, призвать. У нас тут что, ивент, да? Получить 25 интеграл. Так, синтез в 5-звездочного и в 6-звездочного героя. Это, конечно, хорошо. Надо посмотреть, ребята. Что у нас для синтеза? Что-нибудь такое есть подходящее? Где у нас вот это, да? Вот это вот же густо, да? Густо. Ой, даже, ребят, смотрите, противно, сколько нужно здесь этого всего барахла. Ой, не могу. Слушайте, сколько у меня по героям? 600 мест. Это хорошо, ребята. Это очень хорошо. 600 мест. Всех соберу, которые тут только есть, блин. Так, ладно. Башня храбрецы, это хорошо. А давай-ка мы вот здесь вот. Погоди-ка, опять я забываю, ребята. У меня же герой новый. Его нужно одеть. А, эволюцию начали сделать. Вот так. Теперь дапать. Соточка нужна. Теперь, естественно, одеть. Открываем вот это. Так, меняем. Еще меняем. Ну, давай. Еще пошла помя... Ну, еще меняем. Ну же, вы что, издеваетесь, что ли? Я не могу понять. 450 жизней. И все, что ли? Так, 55 ксилей атаки. Хорошо, сохраняем. Поменять. Слушай, ребята, он только дает силу атаки. И все. Блин. Жаль. Очень жаль. Опачки, кстати, плакальщик. Я могу на него, ребята, найти кожу. Слушайте, я думаю, что кросс, наверное, тоже хороший перс. Потому что на хороших персов вот обязательно идет кожа. Все равно, ребята, пишите мне в комментах. Очень приятно слышать ваше мнение. И вообще, ну только не надо там ругаться или еще чем-то. Пишите нормально. Так, таверна.
Ай, в таверне мы уже все с вами здесь заюзали. В казино, в супер казино у нас сколько жетонов? Всего лишь 2. Пока не будем, ребята, тратить. Так, давайте сделаем, наверное, с вами рейдик. Или погоди-ка секунду. Погоди-ка секунду. У нас густо, густо. Поменять. Тоже сейчас ничего не будет, да? Сила атаки. Сохранить. Так, снаряжение меняем. На двухзвездочный топор. А густо он у нас кто? У нас даже их двое. Двое густов. Пятизвездочный. Офигеть. Это, ребята, у нас воин. Как ни странно. Это у нас воин. Значит, у нас получается, что раз, два, три, четыре. Четыре героя пятизвездочных. Охренеть. Ну, два из них одинаковых. Это густы. Что густо у нас умеет? Противники в заднем ряду получают 75 от атаки урона и имеют 25% шанса оглушиться на 2 раунда. Вроде бы неплохо, ребята. Но есть ли смысл нам прокачивать двух густов? Тоже прошу написать, ребят, в комментариях. Так, рейд, значит, у нас. Вызов. 8000. Потяну, нет? Да должен, по идее. Погоди-ка, вот это вот что? Вот это вот что у меня здесь находится? Давай вот так. Этого первого уровня. Так и вот так. Ну-ка. Победа. Следующий. Нормулька. Так, давай сразу же переходим. Вызов храбреца. Давай-давай, мне нужны камни. Оу, щит. Не может быть. Так, давай. Да что ж ты будешь делать-то, ядрёна вошь, а? Ну, давай вот это возьмем, послабже. 10, мало. Маловато. Так, ну и здесь попробуем. Да просто это что ж ты. Что не тянем-то? Почему? В чем проблема-то? Давай тогда вот эту вот послабее. Так, сладенько. И отличненько. Так, забираем. Погоди, куда это попал-то я? Я говорю, вот это вот забираем. 5 сердечек, снаряжение. Так, сразиться на арене. Мы на арене что, еще не были с вами, что ли? Что за хламоны стоят здесь, вообще не знаю. Так, так. Подожди. Вот так. По-моему, мне придется вот этого густа тоже качать, ребят. Пятизвездочного. Ну, давай посмотрим. В бой. Рискнем здоровьем. Блин, поражение. Ёпрасоте. Ну, давай вот это 94 уровень. Порвет же сейчас в хлам. Че, послабее-то никого нет, что ли? Я не могу понять. Офигеть, тут, ребятушки, 160 уровень. Блин. Ну, давай, я знаю, что я тут проиграю. А что делать? Попупеть просто. Так, рюкзак. Что мы тут получили? Угу. Призываем. Ясненько. Так, и задание выполнили. Да ёп, почему ты сюда-то меня бросаешь? Я говорю, задание выполнили, выполнили, все. Вот так вот. Так-то верно. Круг созидания. Арена. Кузня. Только, ребята, здесь нам остается набивать. Больше негде. Так, погоди, погоди, погоди. Выставляем густу. Так, так. Так. И вот так.
Поехали. Ну, воу-воу-воу, это что такое сейчас было, ребят? Что это было? Не знаю, что это было, но выглядело это очень великолепно. Хм. Неужели так густо так делает? Хотя это, может быть, и пастор наш делает. Ну-ка, кто это пастор, ребята, делает? Офигеть, он там нажаривает, блин. Так, поехали дальше. Нам нужны с вами камни. Камни прогресса. Ну-ка, он же делает. Сейчас посмотрю еще разок. Да, это он так делает. Отлично. Так, давай следующий этаж. Уже 10 камней прогресса дают. Какой у нас, интересно, тут предел будет, а? Классно. Я не знаю, что он там делает, но... Точнее, я забыл уже, что он делает, но должно быть замечательно. Поехали дальше воевать. Тут у нас какие-то мелкие гномы. Для нас это шелуха, я думаю, надеюсь. Ну, гномы начальные еще такие, знаете, вообще не прапанные. Фуфляки. Густо, ну давай, не это. Да, ребята, эльфийка у нас хилит всех. Отлично. Нормуль. Так, слушайте, я могу, может быть, уже кого-то все-таки, как сказать, эволюционировать. Ну-ка, давай-ка глянем, хватает на тебя. Оу, е. И получается обычная атака. Противники в заднем ряду получают, так опять же, урон. И уменьшает защиту на 5% на 3 раунда. Два случайных противника, точнее, два случайных союзника получают 10% от максимального здоровья. Слушай, ну это вообще какой-то убер, блин, класс. Задние ряды валит. Помогает нашим. Вообще четко. Сколько нужно? 200, понятно. Так, где у нас густо, густо? Так, давай мы, наверное, с тобой возьмем второго густу и тоже его прокачаем. Вот так. Ай, прапать не получается. Обидно. Все, ну я просто думаю, что пятизвездочных двух густов лучше поставить, чем одного четырехзвездочного. Ну как-то бредово получается. Так, давайте зайдем, наверное, сюда. И пойдем потихонечку проходить. Что это такое? Почему так? Странно. А где еще? Хм, непонятно. Ну, таким составом мы, наверное, далеко-то не уйдем, ребят, с вами. Так, хорошо. Переходим сюда. Ладно, ребят, я думаю, что это можно нажать на паузу и уже по окончании посмотреть, что у нас получится. Ну что, ребята, я дошел до 10 уровня. У меня уже двоих юнитов, а даже троих снесли. Не знаю, ребят, что у нас здесь и получится-то. Нет, вообще-то даже одного, ребят, потому что у меня же не полный состав был. Эльфийку, короче, завалили. Так, будем смотреть, что у нас здесь будет получаться дальше. Конечно, нет, ну, норма себя отхиливает, отлично. Так, прошли. Прошли мы здесь. Так, 11 уровень. Жесть, втроем просто тащим. Оу, щет. Нормочка, держись, родная, блин. Голема разбомбили, сейчас разбомбят его, чувствую. Нет, норма его хилит. Так, замечательно, вообще по красоте, ребята. Так, ну что, 12 уровень. Вот здесь, наверное, будет
Звездец просто-напросто. Но все равно, считайте, мы таким вот отрядом ничтожным дошли до сюда. Ай, упала норма. Все, ребята, это означает только одно, что это финиш. Это просто финиш. Но, тем не менее, все равно я доволен. Очень хорошо держались у меня братки. Давайте забирать реворд. 300-300, отлично. Так, что еще можно здесь нам с вами сделать? М? Гильдия, гильдия. Интересно, есть тут русская гильдия, нет? Ой, даже не знаю. Так, скоро получим еще 30 карточек, точнее 30 кусков от героя. Да, героев-то у меня много, только вот от них толку никакого нет, они же все равно все ватные. Ну, пойдут на ап, однозначно пойдут. Так, получить 24 звездочных героев, 20. Здесь у нас ничего нету, на рынке мы все вроде бы скупили, да, с вами? Ну, все, что нужно, я имею в виду. Так. Можно обновить. И 50. Ну, давай возьмем. Слушайте, видовская пыль нам тоже пригодится, ведь так? Так. А этого гнома мы брать не будем. Все равно беспонтовый, наверное. Хотя, кто их знает, понтовый. Вот, за 100 гемов давай возьмем. За 100 гемов, за 100 брюликов, ё-моё. Так, за 60к тоже возьмем. И души купим. Все, ребята, должно хватить у меня на прокачку. Хотя нам лучше, наверное, здесь норму прокачать. Прокачал, конечно. Губежки можно на место закатать. Так, не хватает, ребята. Камней не хватает. Что, делаем еще одно обновление? И выпадает, нет? Есть. Берем. Отлично. Так, фишки эти тоже купим. Так, замечательно. Нет смысла, наверное, в этом свитке. Что-то как-то не задалось. Ну-ка, давай-ка посмотрим, где у нас. Хватает, нет? Нет, не хватает ядрёна батона, а? Можем здесь сделать эволюцию и... Отлично, ребята, у него сила огня, пассивное умение. Плюс здоровье на 20% увеличивается, скорость на 20% и снижение урона на 10%. Ну, неплохо, неплохо, я вам скажу. Так, и... Ничего носить не... Какие-то тряпки, ё-моё, неужели у нас ничего нормального нет? Какое-то хламьё носим, блин. В самом деле, а? Смешно даже, блин. Так... Ну что, дорогие мои друзья, давайте мы, наверное, на этой ноте с вами будем завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. А на этом все. Всем пока и удачи.